Заварить катушку под углом 45 градусов – такие испытания приготовили для электрогазосварщиков. Сейчас в Нефтеюганске проходит конкурс профмастерства среди рабочих специальностей. Соревнуются 1500 мастеров по 17 направлениям. Среди заданий обязательная теоретическая часть. Она касается безопасности на производстве. На практике, помимо привычных задач, решаются те, что будут во всероссийском финале. Отмечу, что юганская команда традиционно показывает высокий уровень подготовки. В прошлом году нефтяники завоевали 7 призовых мест, 2 из которых первые. Сварочная маска исправна, светофильтр соответствует силе сварочного тока. При работе со шлифмашинкой используем защитные очки или защитный щиток. Я уже не первый раз выходил уже в другие туры. Мне попроще как-то. Трудностей как бы таковых не было. Волнение, как бы конкурс, всегда волнуешься.